Выполнить эти поделки без помощи взрослого дошкольнику будет сложно. Но зато какое совместное с ребенком удовольствие можно будет получить при трансформации этого модуля. Ну что, вы готовы к модульному оригами? Предлагаю размять пальчики. Приготовьте квадратный лист бумаги формата А4, ножницы, клей, скотч и карандаш. Можно фломастер. Положите прямоугольный лист перед собой горизонтально. Согните правую сторону прямоугольника к нижней, сделав нижний правый угол острым. Отрежьте прямоугольную полоску справа, по левой стороне треугольника. Согните верхнюю сторону прямоугольной полоски к левой стороне. Сделайте верхний левый угол полоски острым. Отрежьте лишнюю часть полоски по пунктирной линии. Маленький треугольник отложите, а большой согните еще раз пополам. Соедините точки. Разогните треугольник в квадрат. Положите его ромбом, углом к себе. Согните верхний и нижний угол квадрата к центру. Согните верхнюю и нижнюю стороны шестиугольника к средней линии. Переверните на другую сторону. Приклейте скотч на середину заготовки. Согните левый угол фигуры к правому. Соедините точки. Поверните заготовку углом вниз. Согните верхний правый угол заготовки к средней линии. Согните верхний левый угол заготовки к средней линии. Разогните уголки. Разогните фигуру, поднимите нижний угол вверх и положите горизонтально, поверните. Сделайте перегиб наискосок влево от себя по намеченной линии сгиба. Разогните. Сделайте перегиб наискосок вправо от себя по намеченной линии сгиба. Разогните. Согните. Соедините точки. Поверните фигуру углом вниз. Вогните левый треугольник. Заправьте вовнутрь фигуры по намеченным линиям. Вогните правый угол вовнутрь по намеченным линиям. Сложите фигуру пополам. Соедините точки. Сгиб гора. Согните верхнюю левую сторону фигуры к средней линии. Согните верхнюю правую сторону фигуры к средней линии. Переверните на другую сторону. Сделайте то же самое. Согните левую и правую стороны к средней линии. Согните верхнюю часть фигуры вверх, насколько позволит бумага. Опустите полоску вниз. Переверните на другую сторону. Согните верхнюю часть фигуры вверх, насколько позволит бумага. Переверните на другую сторону. Расправьте среднюю часть заготовки снизу. Разложите столик. Положите заготовку на бок. Соедините полоски, вставьте одну в другую, в пазы. Если фигура будет браслетом, то фиксировать клеем крепление не нужно. Можно приклеить циферблат и получатся часы. А можно приклеить волшебный кристалл, тогда будет браслет. Все в ваших руках. А если вы повторите все сгибы с отложенной фигурой, квадратом, смотрите пункт 5, то у вас будет и кольцо. А если вы сделаете еще два модуля из больших квадратов, повторив пункты 7 по 9, то можно сделать пояс или головной убор. Согните к средней линии верхнюю и нижнюю стороны. Сделайте второй такой же модуль. Соедините модули с браслетом, вставьте в пазы и зафиксируйте клеем. Тогда получите заготовку для короны, пояса.
Решите, что это будет пояс, головной убор. Примерьте и соедините полоски, зафиксировав соединение с помощью клея. Дерзайте! Такие поделки можно делать не только из специальной двусторонней бумаги для оригами. Подойдут и конфетные фантики, шоколадные обертки, и просто разноцветные рекламные листовки или старые ненужные журналы.